греческий остров Эви, по-древнегречески Эвбея. Именно сюда, в местечко Равьес, чудесным образом растили фрясу на воде, переправился через Эвбейский залив великий святой 16 века преподобный Давид. Я уверен, что если бы он сейчас был где-нибудь рядом, он бы, наверное, покраснел от стыда, потому что никогда не хотел, чтобы о нем говорили, и не хотел афишировать дары, данные ему Господом. Это святой человек, настоящая редкость. Смиренно желаю, чтобы его молитвы и наставления сопровождали вас всю жизнь. Благодаря старцу Иакову, монастырь преподобного Давида стал известен и за пределами Греции. Теперь люди из многих стран приезжают поклониться мощам преподобного Давида и старцу Иакову. Однажды соседка, свертица Иакова, в порыве праведного гнева крикнула его обидчикам: «Увидите, придет день, и мы будем ему руки целовать». Молодой Иаков нашел монастырь в разрушенном состоянии. Не было даже кельи переночевать. И он рассказывал, что тогда произошло чудо. Все преобразилось, появился красивый храм, много построек, вокруг цвели деревья и цветы. В воротах стоял преподобный Давид с ключом в руках. Он попросил Иакова остаться и возродить монастырь. Он очень много заботился о людях, особенно о тех, кто болеет. Говорил он святому Давиду: «Святой Давид, мне надо проведать одного больного. Давай возьмем святого Иоанна Русского и вместе к нему сходим». Видите, насколько сильна была его вера. И, конечно же, он всегда помогал. Я, открыв рот, слушал, как он общается со святыми. В какой-то момент слышу, он говорит: «Спасибо, святой мой, огромное спасибо. Благодарю тебя от всей души». Потом поворачивается ко мне и говорит: «Пойдем, сын мой, пойдем». Отец Иаков благословил однажды послушника посетить Паисия Святогорца. Вернувшись в обитель, послушник рассказал Иакову, как прошла поездка. «Все ли ты мне рассказал?» — спросил старец. «Да», — ответил послушник, — «что еще рассказать тебе?» «Может, расскажешь еще что про Паисия?» «Не знаю, что еще рассказать», — ответил послушник. «Ладно, слушай, те 5000 драхм, которые он передал для меня, оставь их себе». Послушник испугался тогда и говорит: «Откуда вы узнали, отец Иаков?» «Я никому не сказал, и скрыл это от вас. Как вы узнали про 5000 драхм?» Иаков ответил: «Вот знай теперь, что мы, старцы, общаемся между собой незримо».
Однажды отца Иакова в монастыре навестил будущий вселенский патриарх Варфоломей. Он был очень впечатлен тем, что старец часто говорит: простите меня, пожалуйста». Выйдя, патриарх сказал: «Вот станет Иаков святым, и будут его звать отец Иаков, простите меня». Недавно в монастыре проводились строительные работы. Один из рабочих, мусульманин, часто врал и клялся, что говорит правду. Однажды он поклялся именем матери преподобного Давида. Этот рабочий пришел сюда, и когда увидел икону преподобного Давида, вскрикнул: «Вот, вот тот старик, что вчера побил меня палкой. Это точно он». И с тех пор почитал Давида. Когда сердце человека наполнено благодатью Христа, соблюдением заповедей, в тайне, не на показ, молитвой, любовью, это проявляется и в его облике. Как сказано в Святом Писании, когда сердце человека радуется, его лицо светится. Видно, что святые нашей церкви были счастливыми людьми, по-настоящему счастливыми людьми. Похороны отца Иакова были всенародными. Пришло огромное количество людей. И чувствовалось, что мы находимся при успении святого. Когда его тело опускали в могилу, громко били колокола. И все кричали: «Святой! Святой! Святой!» Для себя я никогда ничего не желал. Никогда не думал чего-нибудь пожелать, что-нибудь иметь для себя, зная, что я прах и пепел. Заботьтесь обо всем, имейте любовь между собой, потому что любовь покрывает множество грехов. Ведь ради любви к нам отдал себя на распятие Господь наш Иисус Христос. Если вы имеете любовь между собой, то вы чадо Божье.